Привет, Анюш! Ты время видела? 6 утра! Зачем в такую рань вставать? Тю, Мула, ты странная! Ты что, действительно забыла, что сегодня за день? День как день! Ну, подумаешь, у Максима день рождения! Так я при чем здесь? Вот это да, Мула! Я думала, ты мне поможешь! Торт приготовим вместе! Торт? Вот это ты выдумала, конечно! У Макса день рождения, пусть сам себе и готовит! Вот это ты помощница! Ну что ж, придется самой все делать! Кать, вставай! Слышишь? Просыпайся! Маш, ты в своем уме? Ты на часы смотрела? Ночь еще на дворе. Кать, ну нас с тобой Максим на день рождения позвал к себе. Ну и отлично, хоть поем сегодня нормально. Кать, а что мы дарить будем? Сама придумай. Слушай, Маш, может ему кроватку мою подарить, а я в твою переберусь. Да ну, Кать, у него кроватка в 100 раз лучше, чем твоя. Зачем ему такой подарок? Да пошутила я, пошутила. Не мешай спать, Маш. Ну что ж, придется самой подарок выбирать. Ну что, начнем, пожалуй. Возьмем 2 яйца. Взобьем их хорошенько. Ой, кто идет? Если Макс, то нужно спрятаться. Нельзя, чтобы он наш сюрприз раскрыл. Фу! Так, что у нас здесь получилось? Раскатаем мастику, порежем ее на кусочки. А я и не знала, что готовить торт так увлекательно. Ребят, а вы когда-нибудь помогали мамам готовить торт? Напишите мне об этом в комментарии. Тань! Ну что тут у тебя, готово? Ну ты, Мул, прям совсем лентяйкой стала. О, неплохо, неплохо. Неплохо? Шутка. Торт просто великолепный. Ну, тогда пошли Макса будить и поздравлять. Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday, дорогой Максим! Happy birthday to you! Ребята, ну а следующую серию про то, как мы отмечали день рождения Макса, смотрите уже завтра! Пока-пока!